Такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег кружил и падал, а снег кружил и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает и тает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Всем салем, друзья! Это я по дороге к такси. Хочу поехать в Нур-Султан к доченьке в гости. У нее сегодня выходной, и вот при первой возможности я всегда сразу еду в город. Ну, это немножко не о нас, стихотворение. У нас в Казахстане такие снегопады, что дай только начало зиме, и до марта месяца у нас постоянно будут снегопады и бураны. Всем хорошего дня, всем доброго настроения. Потом расскажу вам дальше, чем мы будем заниматься в Нур-Султане.